Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы играем в Балатро. Возвращаемся в казино, три топора, и у нас сегодня новая колода доступна, ну и возвышение, в общем, возвышение оказывается просто жесть. Просто очень-очень-очень сложные, так что мы их будем проходить, наверное, не с первой попытки, может, с 20-й, может, с 50-й. Может, еще с какой-нибудь. И поэтому у меня созрел план, как мы их будем проходить. Смотри. Идем, открываем новые колоды. Ну, у нас сейчас новую колоду мы открыли, когда прошли третье возвышение вчера. И я хочу, чтобы у нас все колоды постепенно повышались, да? Не хочу форсить вот одной колодой фармить эти возвышения, хочу понемножку их поднимать. Поэтому мы сейчас пойдем за новую колоду, которую мы еще не играли. И постепенно вот будем проходить блайнды, ставки на новых колодах. А вот новая колода. Рисованная колода. Плюс 2 к размеру руки, минус 1 злот Джокера. Слушай, ну, звучит как хорошая колода. Прям вообще отличная. Размер руки очень хорош. Ну, типа, это как взять Джокера на плюс 2 к размеру руки. Я бы сказал, что я Джокера на плюс 2 к размеру руки не хотел бы брать. Ну ладно. Я бы лучше каких-нибудь имба Джокеров набирал. Типа, полихромного необычного Джокера, да? О, полихромный необычный Джокер, это хорошо. Давай, ставки. Казино в студию. И поехали! Слушай, ну, я имею в виду следующие полихромные Джокеры вообще имба. Редкий полихромный, необычный, простите, полихромный Джокер вообще хорошо. Или надо всегда играть большой блайнд? Мне кажется, играть большой блайнд логичнее, потому что он денег все-таки приносит. Но с другой стороны это... Да. Черви ослаблены. С другой стороны, хочу необычного полихромного Джокера. Ну и первый блайнд. Ну чё этот? 8, 9, 10 валет. Даму надо или... Или буби. Давай либо даму, либо буби вытаскивать. Давай одну десятку крестовую тоже скинем тогда, чтобы был больше шанс на буби. О, дама. Отлично. 8, 9, 10... Валет дама. Стрит. Правда, с нерабочей дамой, но все равно будет нормально. Мне кажется. Должно быть хорошо. 268. Окей. И теперь буби. Буби есть? А если найду? Раз, два, три, четыре. Четыре буби. Можно две пары. Но две пары тоже слабые. Подожди. 4, 5, 6, 7, 8. А, стрит еще один. А, но с двумя ослабленными картами. Есть его вообще смысл играть? Он точно не добьет? По-моему, его нет смысла играть. Тут смотри, мы должны... Флэш мы уже как бы собрали, но можно... Раз, два, три, четыре, пять. Можно более сильный флэш попробовать вытащить. Вот, чтобы больше лиц было, да? Более сильный флэш должен добивать. Ну, есть что, пару четверок сыграем. 184, ну ладно. Две дамы, две пятерки. Окей. Нормально. Был стрит с шестерки по десятку, ну ладно. Флэш сильнее стрита. Чуть-чуть сильнее. И у нас есть 10 рублей. Коллекционная карточка. Если в первом сбросе раунда только одна карта, уничтожает ее и дает 3 доллара. Ну, это судьба. Она стоит ровно 10. Билд на маленькую колоду. Это билдообразующий Джокер. По-любому еще и полихромный. Берем. Лучше, конечно, как... Давай что-нибудь прикольное. Что мы еще не делали? Что мы еще не делали? Тузы.
как ни странно, мы ни разу не собирали всех тузов. Давай попробуем всех тузов, да? А вот прикол, оказывается, ты стримишь, мне в Ютубе не пришло оповещение. Может, колокольчик надо нажать на канале? Колода только из тузов. Давай попробуем колоду только из тузов. Да, я согласен. Ну все, у нас денег больше нет, пошли. Это $1 за каждую сыгранную руку в партии. И нам нужно играть сейчас все блайнды. Играем все блайнды и уничтожаем. Если в первом сбросит только одна карта. Окей. Не забываем, что надо еще 800 рублей набрать. Так что давай это как-то... лошадей попридержим и не будем сильно тупить. Немножко. А вот тут у нас на бубях флеш почти есть, поэтому давай удалять четверку червей. Первый сброс, да? Нет, сброс, бах, отлично. Блин, вытащили черви. Стоит ли играть две пары? Нам что-то надо играть, да? Пример, подвинься, интерфейс не видно. Простите, забыл. Забыл, что надо жить здесь. Спасибо, чат. Варлок, как пройти ласт возвышение? Больше сотни трайв без результата. Лут, я не знаю, я еще туда не дошел. Мы еще не пришли на последнее возвышение. Я слышал, что они очень сложные. Поискать full house и выбить 400+. Или флэш, да? Флэш или full house. Ну давай full house поищем, да, девятки короли. Окей, попробуем девятки короли. Тузы. Так, ну у нас последний сброс, что-то, конечно, мне не нравится. Окей. Короли, девятки, короли тузы, да, так, чтоб, ух. И может сейчас коре еще на девятках вытащим. Ну это самый сильный full house, который мы можем сыграть. Да, для начала игры это очень сильно. Абах. 550. Коре на девятках есть. А если найду, есть full house, девятки, тройки. Тоже хорошо. Билд на лица и тузы. Ну, пока что лица и тузы. В перспективе только тузы. Посмотрим. Дурацкий джокер. Плюс 12 множителей, если в сыгранной руке есть сет. Это очень хороший джокер для старта. Тоже прям отличный. Уран обыграет две пары. Ну и мы колоду уменьшаем. И по идее, чем меньше мы делаем колоду, тем проще собирать сеты. Да? Ну, по идее, да. Давай тебя сюда. И карты Таро тоже нам заходят. Ну, сейчас что-то мы это... А отшельник бы все равно дал очень мало. Забей. Забей на отшельника. Ай, отвратительный пак Таро. Сила. И черт возьми, все в цифрах. Нита, привет. Хожу по стримам, предлагаю поставить локализацию. По дорогам ходить. Концерты давать. Ну давай девятки делать. Девятки хотя бы, да. На девятке есть хороший джокер на денежный. А, планеты. Что-то как-то грустно. Две рандомных планеты. Ну хотя прокачать сет, full house какой-нибудь. А мне больше нравится манипулировать колодой, чем качать. Ну, кач тоже нужен, мы это знаем. Смысл от силы, если все удалять собираемся. Мы, наверное, девятки-десятки будем в последнюю очередь удалять. Прям вообще в последнюю. Я думаю, сила будет хорошо. И, опять же, джокер на девятке в перспективе очень много денег даст. Окей, планеты нет, будем играть. Ну и все, и надо как-то сейчас начинать тащить, вытаскивать сеты. Так, сжигаем. Сжигаем. Я буду сжигать. Не очень логично, буду сжигать под то, что есть. Вот одна шестерочка, она лишняя, как бы. Семерка тоже лишняя.
восьмерка лишняя. Восьмерку можем превратить в девятку, девяток у нас много. И а тут можно флеш собрать. Но нет, флеш на червях. Окей, тогда минус шестерка. Но на шестерке есть джокер, который удаляет шестерки. Поэтому... А вот это, кстати, очень-очень интересный уровень игры новой. Думать, какие карты удалять, потому что есть джокер, который удаляет шестерки. А вот семерку нам не удалить. Давай удалять семерку тогда. Так. Тройки я оставил, потому что может быть сет. Сейчас на них попробуем собрать. Это все сносим. А нет, десятку для флеша, подожди. Окей, я все-таки решил. Все-таки скину тройки, ладно. И сейчас флеш попробуем вытащить. Окей. Флеш-то не сет. Блин, нам... Но сет плюс 12 множитель. Не, лучше фулл хаус. Лучше фулл хаус вот так вот играть. Да, фулл хаус лучше. И он может даже шотнет с... Да, 2000, отлично. Отлично. Не знаю, может шестерку удалять было... Ой, семерку было плохо удалять. Планеты... Апгрейд фулл хауса смотрится. Ну, джокеры тоже смотрятся. Джокеры нужны. Сейчас наберем. Ой, яйцо. Имеет шанс 1 к 4 повысить уровень играемой покерной комбинации. Или яйцо плюс 3 к стоимости продажи в конце раунда. Экономика или прокачка? Прокачка 25%. Это на того. Берем яйцо, вдруг найдем головореза. Логично. В теории прокачка вместо планет. Надо попробовать прокачку. Давай попробуем. Мы действительно его никогда не пробовали так вот прямо. Ух. И сейчас не буду пока деньги тратить. Мы против стены. Но стена на втором манты не страшна, да? Так, что мы там семерку одну удалили, да? Троек у нас... Четыре. Окей, раз начали удалять семерки, надо удалять семерки, все. И нам нужно каре. В идеале. Есть стрит. Это пара. У меня есть стрит. Ну, стрит нам невыгодный. Бессмысленно абсолютно. Давай сет искать. Сет или фулл хаус искать. И для прокачки, кстати. Так, тогда сбрасываем вот так, да? Ищем королей тузов там. О, фулл хаус. Фулл хаус норм. Космический джокер, давай. Нет, не сработал. 2000. Так. Дальше чего? Ну а дальше это того. А дальше собираем на том, что есть. Рит у нас есть. 5, 6, 7, 8, 9. А, точно. Или даже вот так. Или даже вот так. Или даже вот так. Но стрит, не, стрит очень мало даст. 2 вольта, 3 дамы. 1 туз всего. Стрит очень слабый. Надо стритом сбросить то, что нам не нужно. Надо сыграть такой стрит, который нам сбросит все лишнее. Что не подходит для сета. Вот этот, да? Вот такой. А дам еще 3 в колоде. Вот так вот. Давай вот такой стрит. Что-то я боюсь. 400. Дамы, девятки, шестерки. Так, ну. Давай искать. О, отлично. Фулл хаус. Есть. Ну, фулл хаус точно хорошо. И космонавт что-то ничего не дает пока. А?
Да. Космонавт выглядит очень слабым для необычного Джокера. Прям трэш. Спектральные карты, мои любимые. Ну, мы всегда покупаем спектральные карты. Вариантов нет. Криптит создает две копии выбранной карты в руке. Эктоплазма добавляет негативный выпуск случайному Джокеру минус один размер руки. Ай, как я люблю эктоплазму. Люблю? Не могу. Две копии. Это два туза. Космонавт позволил мне в клэш раскачать до 75 уровня. Ну это если ввести будет, да? Или кубик к нему надо. Может ли негативный встать на полихром? Наверное, может. Ну шанс 33%. А, Нита говорит, что нет. Слушай, если нет, тогда надо брать. Под пару тузов скопировать, конечно, заманчиво. Но у нас карты без апгрейдов, поэтому... Может, оно не так уж сильно нужно. Давай негативного. Я надеюсь, упадет на дурацкого Джокера. А, отлично. Замечательно. У нас проблема. Места нет. Мало места. Гневный Джокер. Пики дают плюс 4 множитель при подсчете. Ну, с пиками у нас все хорошо. Типа такой дешевый, сердитый апгрейд на множители здесь и сейчас. Купон я не могу взять. Слишком страшно. Ну, 10 рублей на него. Или мы затащим следующий бой? Давай затащим. Повышает уровень комбинации пара. Нет, такое нам точно не надо. Шли в бой. Фулл хаус есть сразу. Сжигаем еще одну семерку. И сразу играем фулл хаус, не думая. А? Ну да. Я не понял, что делает купон, кто знает. Говорят, что купон... Если, короче, 10 купонов выкупить, тогда что-то будет. Анлокнется что-то. Отлично. Два фулл хауса подряд. Класс. Ну, колода потихоньку уменьшается, шансы на фулл хаусы растут. Император. Арканы, планеты... Попкорн. Попкорн дешево и сердито. Вот просто попкорн кайф. Решает наши проблемы с победами на ближайшее время. Оператора тоже надо брать. В запасик. Надо было сразу карты Таро, наверное, да? Надо было с карты Таро сразу брать. Дурак. О, смерть. Так, смерть люблю. Мы можем две. Ну, карты с множителем, черви, каменные карты. Так, давай посмотрим императора. Вот отшельник на деньги. Ну, отшельника оставляем тогда. Счастливая карта. Так, счастливые. Кто у нас хочет быть счастливым? Множители, счастливые карты. Тузов нет, то что, ну, мы целимся на тузов, но, видимо не целимся. Мага на туза и сыграть. Но тузов нет, видишь. Можно сделать множитель. Дамы счастливые женщины. Оставить счастливо. Сюда все оставить, а сейчас что тогда сделать? Сейчас сделать множители. Копировать смертью множителя? Ну, мы прямо сейчас можем скопировать тогда счастливую. Нужно размножать голографических тузов с красной печатью в идеале. А, ну, конечно. Конечно. Где бы их взять? Ладно.
Давай это. Попробовать флеш-хаус собрать. А, типа сейчас сделать эти черви. Флеш-хаус сильный, но... Сейчас можем сделать червей немного и удалять другие масти, кроме червей. Проблема в том, что у меня сейчас червей меньше, чем других мастей. Ну, флэшхаус — это сильная идея. Такая перспективная, да? Чем черви, у тебя сет каре. А, правда. Ой, давай, короче, этот. Да, давай не изобретать велосипед. Сделаем сейчас вот этих двух ребят с множителями. И скопируем даму. Ну, смертью. Удалим семерку последнюю. Левая в правую. Окей. И сделаем еще одну даму. Все. Дешево, сердито, щетиной покрыто. Шли в бой. Перебрасывать босс-планет не надо, кандалы для нас норм. Так, что-то сбросить. Четверки. Так, четверок у нас мало. Давай удалять четверки тогда. Четверка минус. Так, так. Подожди. Девяток у нас много. Наверное, больше шанс вытащить девятки. Две дамы, две девятки. Туз есть, который вроде как мы хотим улучшать. Валет улучшенный, но он full house не стакается. Четыре девятки. Хоть бери девятки, улучшай. Или все-таки туз улучшаем. У меня 6 девяток в колоде. Слушай, чуйка рогалика подсказывает мне, что надо играть то, что есть. Типа улучшать девятки. Да. Тузы мелкие удалять. Но реалистично мы вряд ли сможем удалить все. Мелкое. Реалистично девятки, может, и останутся. Есть джокер на девятке, можно через них играть. Да, на экономику. Потом найти быка, например. Слушай, реально, давай девятку, короче. Все, я решил. Делаем девятку. Ну, она уже есть, что это. Ну тогда давай каре на девятках играть, раз пошла такая пьянка. Экономики нет? Ну, маленькая есть. Вот маленькая экономика. Мы по $3 за удаленную карту получаем. Сейчас еще отшельника бахнем. Экономика появилась. Полуджокер. Плюс 20 множителей, если в сыгранной руке 3 или меньше карт. Кстати, каре качнулась. Космонавт! Полуджокер силен будет сейчас, но чем дальше, тем хуже он. Сыгранные карты с мастью бубны дают $1 при подсчете. Кстати, какая-то экономика. Давай сначала карты Таро, вдруг деньги. Денег нет. Но есть смерть. О, колесо фортуны. Множители, золотая карта, каменная. Ну, каменная нам точно не подходит.
тут сложный вопрос. Девятки или вот даму делать? По идее, надо делать улучшенную даму. Или еще одну девятку. Как у нас дам? 5. Дам тоже, кстати, много. Дамы девятки. Дама будет улучшенная. Девятка будет обычная. Или ва-банк на девятке и гори все синим пламенем. Давай даму. И что мы там удаляли? 44, четверки надо удалять. Можно двойки удалять. Окей, давай двойку. Левая в правую. Будут дамы и девятки. Окей, дамы и девятки и норм. Можно чистить колоду и потом решить? Да, можно. И давай вот этого чувака купим. Он окупится за 7 бубей. Кстати, долго будет окупаться, да? Его потом продадим. Мы вроде сильные, попробуем еще и в наглую буби играть. А? Просто все буби подряд для денег сыграть. Так, но сначала минус тройка. Или минус восьмерка. Минус тройка, потому что восьмерка бубей. Так. Девятку не надо скидывать. Подожди, а как, что я могу сыграть тут? Ничего не могу. Девятку не хочется скидывать. Буби тоже не хочется. Же жадность. Окей. Если я сыграю флэш на бубях, я заработаю много денег. И умру. Давай не будем этого делать, а? Наверное, это плохая идея. Учитывая, что флеша у меня нет. Стрит. 8, 9, 10, валет, дама. А. Окей. Это для денег получается, да? Для денег... А, 2000. А, ну все хорошо. Попкорн тащит, да? О, девятки. Девятки. Попробуем еще бубей вытащить. Я думаю, мы девятками добиваем. Попробуем девятки королей. 4 девятки. Ре. Так, как я еще могу денег срубить здесь? Кстати, очень удобно играть, когда это... Это новые технологии, я придумал. Это специальный геймерский аксессуар. Улучшает сенсу мыши в 8 раз. Давай просто сыграем девятки и все. По одной карте нет смысла играть, да, потому что мы теряем доллар за руку. Мы в этом бою сожгли карту, да. Супер позиция. Создает таро, если в сыгранной руке есть туз и стрит. Такое нам не надо. Водительские права на улучшенные карты. Когда-нибудь мы сделаем на них билд, но не сегодня. Мир. Меренность. Стеклянная карта. Трефы. Каменная. Не, ну. Покупаем деньги. Люблю, когда скидка на деньги. Прям мне очень нравится. По идее, мы не хотим покупать планеты. Мы рассчитываем, что нас космический джокер будет качать. Да, играем, рассчитываем на качество космического джокера. Сжигаем. Минус двойка. Угу. Так, шестерки, восьмерки, десятки не нужны, буби нужны. Две пары, а? 2 рубля. Так, давай, да. 2 рубля это 2 рубля. Строим экономику. Усиленно. Угу.
Full House на девятках уже есть, но я сейчас вот подумываю, как бы мне еще нажадничать. Это ничего не делает. Это тоже молоко получается, потому что я руку трачу. Ладно, давай, короче, Full House и... Черт с ним. А, не набили? Ой, ой. 2, 3, 4, 5. Туз. Стрит. С двумя бубями. Что я делаю? Мы сейчас проиграем. Нет, не проиграем, конечно. Мы заработаем 2 рубля. Вот. Технически 1 рубль. Потому что руку потратили. Нет, не потратили. Нам бы все равно и пришлось потратить, чтобы выиграть. Все, все тут нормально. Денег много, это главное. Безумный джокер. Плюс 20 множителей, если в руке есть каре. О. Оно? Звезда по имени 9 создает буби. Меня сейчас подмывает бахнуть бубей. Дикая карта, каменная карта. 16 рублей. Слушай, может по бубям вдарим, раз у нас лежит этот самоцвет. Мы сейчас попкорн, наверное, будем продавать. И брать того джокера на каре. Я могу сделать вот так. Так, вот так, вот так. Что-то я... Нет, вот так. 16 рублей тоже нормально. Давай бубей. Давай, и сейчас как, ох. Я все-таки куплюсь, это космический джокер трэш. Окей, Full House или сет. Full House, наверное, лучше. Не, лучше было сет, наверное, прокачать. Так, попкорн нафиг. Ты, каре, иди сюда. Сыгранные карты с лицом дают 30 фишек при подсчете. Матадор. Рука запускает босс блайнда, дает 8 долларов. Карты с мастью бубной ослабляются. Да чтоб тебя за черти задрали. Оно не будет работать, да? Зачем я бубей надел? Матадор не будет, кстати, работать. Лицо хорошее. Хотя у нас девятки. Не, лицо не надо. Орбитальный жетон. Повышает уровень сета на 3. Если мы будем играть просто сет, я бы лучше каре. У нас еще джокер на каре теперь есть. Четверки надо удалять. Смотри. Да, лучше каре или Full House. Так, мы хотим играть буби. У меня много бубей. Это бубя. Так мало. Всего одна. Ну, пока босса нет, можно играть буби. Зачем нам сет? Нам 5 флеш. 5 флеш в идеале, да? Я скину эту бубю. Попробуем побольше вытащить. О! Вот. Вот она, ультимативная жадность. Флеш. Ничего нам не набивает. Но много денег получаем. Настя, привет! Все деньги. Так, а дальше что? Ну а теперь это давай искать девятки. Нам 9000 надо так-то. Сбросов больше нет. А чё ты это? Full House. Всё будет смешно, если мы сейчас проиграем. А будет вообще не смешно.
чат меня съест. Я не хочу, чтобы меня ел чат. Нам нужна каре или сет. Окей. Так, подожди. Три дамы, два вольта, один король. Три девятки. Окей, нам нужно попытаться сейчас вытащить девятки. У меня две руки осталось. Ё-моё. Королей надо скидывать. Скидывать ли даму? Да, да. Пытаемся вытащить вольтов или девятки. Пожалуйста, не надо. О, космонавт прокачал две пары. Спасибо. Ноль сомнений. Пять бурят. 90-10. Че я сыграл каре, а не пять в ряд? Зато живы. Автобусный тур. Плюс один множитель за каждую последовательную руку, сыгранную без лицом. Без карты с лицом. Фолиированный, хороший. Брать не будем. Так, это на сброс карт с лицом. Ух, чё-то я... Близковато мы были, да. О, черви. Бонусная карта. Клянная карта. Четверка осталась одна. Может делать стеклянную четверку? Черви. Превратить в буби черви на босса. Буби в черви на босса. Или сделать просто тупо две бонусные девятки и все. Да. Давай две бонусные девятки. Это лучше. Так, ну и надо качаться. Надо качаться, еще джокеров будем, наверное, ролить. Старшая пара. Стрит флэш. Стрит флэш. Это что такое вообще? Флэш? Ну, флеш берем, да. Мороженка. Кстати, 100 фишек. Давай продавать буби. Они на боссе будут бесполезны. А вот 100 фишек, это 100 фишек. 100 фишек за стрита. Стрит, нет. Так, сброс отправляются. Пятерочка. И вот это все точно отправляется в сброс. Девятки, даже вот такие. А у нас есть фулл хаус сейчас на девятка, да? Нам бы лучше каре. Каре плюс 20 множитель. То есть каре тогда вот так сбрасывать и искать еще одну девятку. В колоде три девятки. Давай поищем каре. О, вот и оно. Нет, это даже не каре, это пять в ряд. Ну, тут должны добивать. Давай этот. Один сброс сделаем. Может, там будут какие-то красивые. А, буби не играют. Все. Нормально. Пять в ряд хуже каре. Не, лучше намного. 5 в ряд 120 на 12, каре 90 на 10. И джокер на каре работает вместе с 5 в ряд. Рация. 10-4. О, размер руки. Буби. У нас типа буби есть, хотя я этого на экономику продал. Ладно, давай карты Таро сначала, там разберемся. Колесница. Отшельник. Дикие каменные карты. Слушай, ну, деньги. Я люблю покупать 20 рублей за 4 рубля. Вот в магазин, когда иду, всегда спрашиваю, есть у вас эти?
20 рублей по акции. Стоит ли как-то переименовать 5 в ряд? А как в оригинале она называется? В русском, кстати, все комбинации по-другому называются, не как в английском. У них слово там каре, сет нету. Флэш и стрит совпадают, фулл хаус совпадает, каре и стрит, сет не совпадают. Five of a kind, типа 5 одного вида называется по-английски. Как его перевести? А как она называется? Как называется? А как она может быть называться? Она никак не будет называться. Пять в ряд вроде нормально. В некоторых вариациях покера так называется покер. Ну, его в оригинальной игре типа быть не может. Ну, если у тебя туза в рукаве нет. По-моему, нормально. По-моему, не надо трогать его. Все хорошо. Увеличить, сделать еще 2 вольтов из десяток можно, а? Что думаешь? Или взять случайные карты Таро? Давай случайные. Мир. Колесница. Лучше сделать было даму. Кстати, наверное, да. Кубик. Так. Ну-ка, иди-ка сюда. Кубик для космического Джокера. Че, мороженку жертвуем, да? Да, мороженку давай убирать, кубик давай брать. Окей. Мы летим в космос. Пики, наверное, нафиг. Колесницу можно, чё нет? Ой, только не спиритический сеанс. А вот каре, да. Не, 5 в ряд, всё хорошо. Не надо. Я думаю, Нита 5 в ряд прям классно. Минус тройка. Конечно, кубик для космонавта, он так работает. Ну да. Теперь у него шанс 2 к 4. В 2 раза больше шанс. Стрейт, а не стрит. И флаш, а не флэш. Что имеет смысл, а не улица и вспышка. Нет, в оригинале стрейт как ровный переводится ровно. И флаш как флуш через ю, типа как смывать или типа... А, забыл слово на русском. Ну, слив точно, но там есть еще вторая вариация слова. Поток, да. Поток можно тоже перевести. Okay. Он флэш не в смысле флэш, как вспышка, а в смысле поток. Не вспышка. Вспышка по-другому пишется. Вспышка через А пишется. Румянец? Или румянец, да. Может быть, в румянец внезапный прилив. Да. Флаж краснеть о лице. О, да. Так. Кстати, о флашах. Смотри, 3 вольта, 2 дамы. Сразу можно фулл хаус сыграть. У нас теперь хорошо играет космический Джокер. Поэтому я вот думаю, что нам вообще на самом деле надо, блин, 5 в ряд собирать. Для прокачки.
или хотя бы каре. Поэтому Full House что-то не особо и хочется играть. Искать дамы девятки. То есть это вот полная глупость, но, по-моему, вот так. Да? Всех, смотри, королей навытаскивали. 11 тысяч. Ну мы ж не сольемся, да? Наверное, нет. А, вот девятки. Окей. 5 в ряд. Все. Видим 5 в ряд, сразу играем, не думая. Будем ее прокачивать. Абах! 14 тысяч. А что остальную карту не сделал? Не знаю. Варлок, можешь меня поздравить, только что прошел последнее возвышение в Балатра с первой попытки. Поздравляем! Поздравляем! Хорошая работа. Бубны, планеты, игральные карты. Давай девятку поищем какую-нибудь классную. О, золотой король с золотой печатью. Ачивка есть на золотого короля с золотой печатью? Если я его добавлю, ачивка пройдется? Видимо, нет. Пять в ряд. Окей, планета X. Качаем ее. Его нужно сыграть. Окей. Окей, каре прокачиваем как запасной вариант. Добавляет стоимость продажи джокеров слева от себя к множителю. Да не, давай пока так. Жетон дубль нам невыгодный, нам надо удалять карточки. Окей, минус пятерка. Так, говорят сыграть этого парня. Давай сыграем. А чё не? Ой, сколько тузов. Три шестерки, три туза. Две девятки, две дамы. Что-то... Не, ну быстро, хорошо сеты собираются. Колоду чистим, да. Да, сет на английском Three of a Kind, да. Типа как 5 в ряд, у них также сет называется. А я думаю, что сейчас очень хорошие переводы, соответствующие покерной классификации. Я думаю, что ничего трогать не надо. Вот прям хорошо. Ты, если ты в покер играл, ты заходишь, сразу точно знаешь, что это за комбинации. Сет, там, каре. Я думаю, что все нормально. Ну, чё этот? Надо играть, что ли? Full House? Варлоч, мы уже брали золотой с золотом. Да? Happy Horse, спасибо большое за донат. Спасибо за 32 с сердечком. Слушай, ну я не знал. Я забыл. Девятки и дамы. Дамы и девятки. Девятки. Хочу 5 of a kind на девятках попробовать. Давай сыграем сейчас Full House. И может быть, может не добьем и на девятках вытащим 5 одной масти. 5 одного вида. 5 в ряд. О, не добили, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Абах, давай, космонавт. Давай. Ну, экспонат дурак. Как 5 одной масти, я не помню. 5 одной масти. Трит. Так, слушай, я думаю, надо открывать все планеты. И, короче, качать вот каре.
Full House на самом деле тоже надо качать. Он хорошая замена коры, если ничего другого нет. Угу. Для космонавта надо 3 кубика. Видимо, да. Все карты с мастью трефы ослаблены. Ах ты трефа. Ах ты собака. Ну, мы, к сожалению, не можем вокруг него играть. Нам нужно оставлять дам. О-о-о-о, сбросить одну карту. Стой. Не девятку. На самом деле, вольта. Не, четверку. Четверка последняя. Окей. Так, 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 так. Угу. Король. Отключен. Роль в отключке. 4 дамы. 3 девятки. А избросов нет. Окей, тогда 4 дамы, да? 4 дамы и с ними вместе двойку. Нет, четверку правильно удалили. Я что-то затупил. Она последняя в колоде. 18 тысяч, и снова придется играть каре. Но это не то, что сильно плохо, да? Космонавт работает, да? Вроде работает. А, колесницу я забываю. А, она у нас до конца игры остается. Это трофейная колесница, она для красоты. Купон на плюс один размер руки. Давай. Трубадур, плюс 2 к размеру руки, минус 1 рука на каждый раунд. Блин, интересный джокер. Было бы место. Можно было бы поставить. Пам-па-па-па-пам-па-пам. Маг. Волшебник. Уничтожение 2 карт. 20 рублей. 20 рублей это 20 рублей. Убрать двойки? Ну, двойки хорошо пришли, да, это последние 2 в колоде. Окей, давай удалять двойки. Это были последние, хорошо. Смотрю игральные, вдруг хорошая девяточка. Дама. Ну, даму, наверное, добавляем, да? Раз пошла такая пьянка, добавляй последнюю даму. Впервые в истории школьная доска не будет в нашем билде. У нас под нее нет. Лучадор отключает способность текущего босс-блайнда при продаже. Там за босс? А мы не знаем. Так что не будем покупать. Рука уменьшает уровень играемой покерной комбинации. Так, тут дают набор шута, но... Не-не-не-не-не, мы удаляем все. Нафиг. Так, дамы есть. Эх, мечта билда на тузов так и не свершилась, да? Сейчас обязательно колесницу сыграем. Раз, два, три, четыре, пять. О, 5 дам. Давай у нас будет король стальной, да? Будешь стальным король. 3, 4, 5. 5 в ряд. Бабах. О. Бабах. 33 тысячи. На самом деле, что-то слабовато все равно. Я во всем виню космонавта. У нас на него получается 2 джокера, и он собака все не делает. Буби. Ну, берем Буби. Берем Буби, будем делать Буби. Увеличить достоинство 2 выбранных карт. О, вольтов в дамы. Слушай. Давай. Ай, сразу буби их, да? Смотри. Делаем... О, делаем 2 дамы из этих вольтов. И делаем потом бубями даму и 2 вольтов. То есть наоборот. Ш-ш-ш. О.
И теперь сила. Тыщ-тыщ. И... Что еще? Из короля сделать туза. А, сила на 2. Отлично. О, теперь у нас будут еще и... Те одного цвета. 5 одного цвета на дамах. Дурак. Еще буби. Буби можно на 9. На королей. Дурак повторит нам силу. Это он создаст силу. А имеет ли она смысл? Ну, в бою можно 8 2 попробовать в 9 превратить. Оставшихся 2 вольтов. Или 20 рублей. 20 рублей, это 20 рублей. А мы дурака только с собой сможем взять, видишь? Так. Мим. Не сегодня, мим. Не сегодня. Так, удаляем троечку, наверное, да? Да, мы здесь. Нужны 8 и... Вольты. О, 8, отлично. Тыдыщ. Замечательно. Да, давай. Играй каре на дамах. Не, мы хотим прокачивать 5 в ряд. У нас уже колода сильная. У нас 5 в ряд прям хорошие. Так что нам лучше их, наверное, искать. С другой стороны, 27 тысяч только с 5 дам. Как-то это... Грустнявочка. Как-то грустно. Но у нас тут еще вон 9 в запасе. Так что... Без паники. Главное, 5 в ряд, блин, 5 уровня и все равно не набивает много. Как так-то? Какую-то фигню. Недоволен. Я хочу имбу, я хочу миллионы. Миллиарды. И, наверное, 2 бесполезных джокера в колоде проблема. Смерть. Императрица шальная планеты с буби. Маг, счастливую карту можно из дамы сделать. Слушай, давай этот. Минус 5 и не изобретаем велосипед. Еще одна дама будет. Левая, вправо. Еще одна бубновая дама с множителем. Вообще красиво. Че, космонавт, пора тебе это на пенсию. О! Плюс. О! Плюс 4 множитель за каждую недостающую карту в стартовой колоде. Сейчас плюс 56. Так, все, прощай, космонавт. 56 множителя, хочешь? Хочу. Это наше. Так. Ну, кубик. Кубик отдай, да? А с чем кубик работает? Еще кроме космонавта. Ну, все остальное тут намного слабее. Космонавт. Колесом и счастливыми картами. Колесо было бы неплохо, да? Но у нас билд не на счастливые карты. У нас одна счастливая 9. Мне кажется, космонавт все уже трэш. У кубика есть перспективы, да? Ладно. Так, ну ты точно идешь с нами. Плюс 40 фишек за оставшийся сброс. Императрица. Давай императрицу. В бой возьмем. Гуляй, шальная императрица. Так. 10. Вы что тут пришли? Вы это. Не буяньте тут. О, дамы.
попробовать собрать бубновых дам? Нет. Мы сейчас очень сильные. Или... Так, во-первых, сразу вот так. Угу. Жадничать, собирать бубновых дам. Чтобы был флеш 5. Играй каре. Да чё вы каре хотите играть? 5 в ряд же лучше, чем каре. Нет? Не надо жадничать. Не сбрасывай девятку. Флэш 5 слабее. А, не знаю, что-то. Он первого уровня, но он очень сильный, базовый. Космонавт его качнет. Чат не хочет веселиться. Харе! Космонавт нейтрализовал руку. Молодец. Стартовый капитал. Еще уничтожение двух карт. Слушай, ну мы не нашли Джокера, который шестерки удаляет. С другой стороны, короли нам тоже не нужны, да? А десятку сносить... Все еще, может быть, попадется Джокер на уничтожение шестерок. Давай короля сносить. Потому что у нас король стальной и золотой. Колесо. Надо было кубик оставлять. Все. А все, все, уже все. Вот так вот. Не захотели это. Создает карту планеты, если в сыгранной руке есть 2 или больше восьмерок. Плюс 13 множитель за каждую даму, удерживаемую в руке. Но мы можем даму держать. В руке. Можешь удержать даму в руке. На самом деле слабо, мы лучше дамы сыграем. Они у нас, смотри, какие. У них у всех фишки, множители. На самом деле будет очень слабо. Два жетона дубля. Подряд. Чем мы дублировать будем? На восьмом манте, что ли? Не. Давай удалять. У нас тут уже последние удаления идут. Колода чистится. Колода будет очищена адским огнем. Вольтов можно превратить в дам. На шестерке я все еще надеюсь на... У меня тузов. У меня 3 туза, окей. Туза можно смело удалять. Короля. 4... Короля, туза, без разницы. Но король в теории лицо. И может мы на лица найдем еще что-то. Девяточки. Много девяточек. Девяточки. Бабах. 76 тысяч. Ну, вообще, вот это классно. 72 множитель от эрозии. Жесть. Ух, жесть. По-моему, Джокер на даму вернулся. Может, возьмем его все-таки. Так, черви, золотая карта, случайный Джокер, пики. Бонусные карты. Ну, бонусные на девятке норм. Не идеально, но пойдет. Джокер на даму, это билд на мимо. Мы пропустили мимо.
колесница, сделать стального короля еще одного. Ну давай, пускай будет. Слушай, ну если вместо безумного Джокера взять даму. У нас почти одни дамы и девятки остались. Если мы, например, трех дам удерживаем, ну это хороший бонус. Там 39 будет из трех дам. Купон? Ну давай, купон купим. Нет. Зачем я его купил? Купон дает, увеличивает прибыль. Десятку можно сносить. В теории у нас сейчас очень сильные будут девятки. Но мы девяток сейчас не вытащим, так что надо пытаться вытащить еще дам. И типа тык-тык-тык-тык. Каре. Окей, каре действительно сильнее, чем 5 в ряд, и плюс еще будет множитель за даун. Получается, каре лучше. Каре 8 уровня, 5 в ряд 5. Ну, космонавт может прокачать 5 в ряд, и тогда оно будет лучше. Я не купил Джокера на дам? Почему я не купил Джокера на дам? Я поговорил, да и выпил. И не купил. Ну молодец, чё. Блин. Ой, все. А, он вернулся. Она вернулась. А, привет. Так. 20 множителей от Корея будет хуже, да? Или космический продавать? Космического оставлю. Мы вроде сильные. Не боимся, да? Ничего не боимся. Вообще ничего не боимся. Буби. Куда космонавта солить? Вода без сбросов в этом раунде. Что? Окей, без сбросов, да? А, так я не могу. Мой Джокер. Он дергается. Ну, мы вместо сброса тогда просто сыграем вот эту руку. Три тысячи. Сет на девятках. С раз, два, три, четыре, пять. С пятью дамами. Норм будет? А проверим. Не прокачанный сет. Тысяч. Не очень, честно говоря. Все-таки 5 в ряд лучше. Маловато, да? Невыгодно. О, деньги. По распродаже. Люблю деньги по распродаже. О, заточка. Заточку надо. Заточка, хорошо. Будем точить. Башни. Принцесс. О, сейчас вальта можно. Еще одну даму можно сделать. Стальная карта, стеклянная карта. Так, ну, даму надо делать, я думаю. Хотя, блин, получается плохо. Только одну. Ну, стальная нам не особо нужна, да? Почему Джокер побег на Луну? Не знаю. Нита пишет в чате. Джокер на дамы, shoot the moon. Шутка в том, что он сбегает с дамами, не заплатив. О. Сбегает. С дамами, не заплатив. Давай туза сделаем, да? Из короля сделаем туза. Аль норм. 11 размером руки. Давай сделаем сталь. Ну ладно. Давай сталь. Давай. Давай. Давай все.
Видишь, я вообще легко уговорить. Я тут. Я за любой кипиш, кроме драки. Давай сталь. Давай сталь. Мега набор арканы. Не, мы играем. Ну, теперь сбрасывать нечего, только он пару вольтов. Пару десяток. Три стальных короля. Хо-хо-хо! Пять дам и три стальных короля. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. 100 тысяч. Ай, про удаление забыл. Ну, ёшкины кошки. Забыл, ребят. Стальной Джокер. Плю x025 множитель за каждую стальную карту в колоде. О-о-о. 1,7 будет множитель. Чё, космический рейнджер? Пора. Ельцер? Конечно, там точно босс проходит. Но я думаю, что мы и так проходим. Остальное будет сильнее, чем Зельцер, мне кажется. У нас там фишек не так много на картах. Мы тащим за счет джокеров. Давай поищем какую-нибудь прикольную даму. Тогда мы нашли пятерку. И восьмерку, и семерку, и четверку. Давай поищем прикольную даму. И тогда мы нашли двух вольтов. Да, кошка? Не буду я ничего это брать. Я думаю, мы в шоколаде. Так, сброс. Ну все, джокер на эти, на девятки, наверное, не найдем. На шестерке. Четыре короля. Ну, куда мы ищем? 1, 2, 3, 4. Так, так, так. Я сбрасываю девятки, да? В итоге дамы победили. Победили девяток. Тыщ, 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 тыщ. 200 тысяч. Тыщ, тыщ, тыщ. Ты чего? Фишка, ты что, слышишь, накрывай, что ли? Там не это. Не надо там. Окей, джокеры. Вальгированный джокер на каре. Визитка. Сыгранные карты с лицом имеют шанс 1-2 дать $2 при подсчете. Ох. Поздно уже экономику строить, да? Или пойдем в бесконечный режим? Нет смысла. Не затащим бесконечный, ничего. Не получится. Пропуск. Давай вот это возьмем. Будет экономика. Флэш. $3 за каждую карту с достоинством дамы. Ну да. Карта достоинства меняется каждый ход. Ну это не. Это флэш. Это для флэш 5. О, дурак. Окей, дурака надо просто купить и оставить. О, тузы. Где вы были раньше? Ослабляет одного случайного джокера после сыгранной руки. Окей. После сыгранной... ты... Нет, он ослабляет джокера до того, как сыграна рука, да? Потом ты играешь руку, и джокер расслабляется обратно. Да, по-моему, косяк перевода.
Мы хотим просто сыграть дамы. Не, мы еще хотим попробовать вытащить королей. Все правильно? Ослабляет одного джокера на каждую руку. А, окей. Ну хорошо, тогда я не прав. Значит, есть другой блайнд, да? Часы, который... Я думаю, мы шотнем его. 134 тысячи. Отлично. Ура! Победа! Держи, красная команда. Держи награду. Похоже, я неплохо тебя обучил. Спасибо. Попробуем чуть-чуть бесконечного режима. Жжение, вольта и шестерки, окей. Все, мы сейчас закончим чистку колоды. У нас уже почти только дамы и девятки остались. Там парочка лишних карт. Провал. Уничтожаем еще раз? Ну да-да-да. Нет, не надо. Плюс $1 за каждую руку, сыгранную в этой партии. Окей, мы точно пройдем 9 анты. Давай ставки на 10 анты. Окей, 40 рублей стоит взять. И карты с лицом ослаблены, а? Стоп. Не, вам послышалось, там такого не было написано. Вам показалось. Или было? Я сейчас посмотрю. Веселый джокер. Добавляет количество раз, когда покерная комбинация была сыграна к множителю. Для 5 в ряд будет 14 множитель. Что-то слабо, вообще слабо. У нас 120 рублей. Ого, у нас рублей много. Перезапускает первую сыгранную карту при подсчете. 150 фишек, если в руке есть каре. На самом деле 150 фишек норм, но, наверное, уже не сильно решают нам. Надо девятки сейчас усилить, да? Да, нужно усилить девятки. Потому что босс отключает лица, да? Пара, стрит. Корея. Может, придется каре на девятках играть. Блин, побег на луну вернулся. Ну если... А, нет, не будет работать же, да? Все карты с лицом ослаблены. Ну, блин. Ну, это... Что делать-то? Мы затащим на девятках? Хотя вообще-то можно сыграть дам и без всего этого. Там же будет много очков базовых.
Ну-ка, подожди. Дамы, а ну-ка, покажите. Покажите-ка класс. База-то у нас все равно есть. 140 тысяч. Нормально, дамы. Еще... Есть порох в пороховницах. Не, остальные короли тоже не работали. Жалею, знаешь что? Жалею, что космонавта отдал. Он бы сейчас качался. О! Вот она. Семья — это главное. Х4 множители, если в сыгранной руке есть каре. Так. Ну, чтобы пройти 10-й анты, надо визитку отдавать. Вот она. Рыба моей мечты. Все, есть. Есть. Ух. Так, ну, я нам сделаю золотого туза. Не знаю зачем. Флэш фул хаоса. Все бесполезно. Плюс один слот для карт в лавке. О, хороший купон. Три карты. Сет. Сет не нужен. О, спектральный набор. Все дамы, все дамы, все дамы, все дамы, все дамы. Нет. Уничтожает заклинание. Уничтожает одну случайную карту в руке. Добавляет 4 улучшенные карты с числом. Транс. Добавляет синюю печать на карту в руке. Ладно. Давай туза с синей печатью сделаем. Слабо. 840 тысяч. Мы наберем? Аль не наберем? Вот в чем вопрос. А, ну у меня теперь проблемы с королями, да? Если я хочу 300 на 31. На самом деле каре не хуже, чем 5 в ряд у нас все еще. Только на одну карту меньше играем. Но тут мы оставляем всех наших королей. Хотя золотой король, наверное, нафиг не нужен. Я удалил туза с синей меткой. Ха-ха, я забыл. Я забыл. Каре на девятках сыграем, да? Окей, каре на девятках, давай. Тыщ-тыщ-тыщ. 830. Неплохо. И дамы добивают. Еще две золотые карты. Так, ну сейчас надо все деньги тратить. Я не знаю, что я деньги не тратил. 1 600 000. Неплохо. Ну, семья. Семья. Это семья. О, деньги. 150 рублей. Надо быка. Нам очень нужен бык. Девяточки. Нужен джокер на повторение. Улыбочка. Сыгранные карты с лицом дают плюс 4 множитель. Нам удаление не нужно, мы удалили все. Нет, одна шестерка, одна десятка осталась. На самом деле мало. И на девятке не работает, да? Барон. Каждый король, удерживаемый в руке, дает x1.5 множитель. Кстати, стальные короли. Оно? По-моему, оно. Так, давай вместо коллекционной карточки. Не, давай вместо стального джокера. Стальной джокер перспективный, но что-то у нас сталь не делается. А этот полихромный, он почти как стальной, короче. Давай так. Что? Дом. 1 100 000. Первая рука тянется рубашкой вверх.
Упс. Ну мы тут коллекционную, наверное, не применим, да? Так. Менять джокеров местами. Нет, все хорошо. Зачем? Они все иксовые. Вот это, по-моему, девятки. По-моему, у нас тут, короче... Вот это все дамы. А? Барон только начальный бафает, у тебя плюс 100 множитель. М? Лево туз? Может быть. Или король. Это может быть король. Вот эта дама. О, нет, я сыграл в Волхаус. О-о. Окей, это была ошибка. Шестерка. Удалили ее. У меня десятка. Дурацкий валет. У меня десятка валет. Это должен быть туз. В конце стальной король. Думаешь? Вот тут точно дамы, да? Я не знаю, что делать. Вот это. Это может быть король, а может быть дама. Карай сильнее 5 в ряд. Восемьсот тысяч. Фух. Живем. Окей, это должны быть десятки. Раз, два, три, четыре, пять. Девятки, в смысле. Окей. Вроде все будет нормально. Сейчас Каролинам множителей надают. Тыщ, 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 тыщ. Бабах! 2 миллиона. Пройдено! Все. Все. 10-й анте пройден. Держи, красная команда, награду. Победа есть у нас. Цирила есть у нас. Цирила. Цирила есть у нас. Цирила тоже есть. Ставили на 11-й. Ставили на 10-й.